Вон такая, вон черная вся. Сегодняшние покатушки начинаются с чая. Сегодня мы собрались у Виктора. Сегодня у нас замечательный праздник, да? Он пригласил нас всех. Еще чай есть, да? Он купил себе новую 850-й, да? Вот. Техника новая совсем. Сколько пробег? Сейчас покажу. Девяносто шесть километров. Восемьсот 850 кубов. Виктор, твои новые ощущения про технику? Очень хороший про этот квадроцикл. Вчера я проехал на нем 100 километров. 100 километров по песку, по барханам проехал, по прямой. Ну, по крайней мере, за эти 100 километров я понял, что это очень хороший квадроцикл. Тихо работает, мягко ходит. То есть, тяга лучше, чем на старом? Тяга не хуже. Пока только 100 километров. Ну, ты еще сейчас сильно не жмешь, обкатка, да? Не могу. Я попробовал нажать несколько раз. То есть, ну, мне понравилось. Очень мне нравится. Мы будем ездить. Потом уже... Кофр быстросъемный, да? Да, кофр быстросъемный. 4 открываешь. 4. Вот здесь вот барашек такой. Вот он. 4 барашека. Угу. Все, кофр снял. Это родной оригинальный, да, получается, с завода? Да, с завода идет. Ну, то есть допы. Кенгурятники сразу, да? Да, сразу кенгурятники. Вот. Покопок мне не нравится, сильно длинный. Надо покороче его сделать. Угу. А так все хорошо. Все. Оптика светодиодная, да, уже вся? Да, светодиодная оптика у него. Сейчас вот включу. А стоп? Тормоз. Ага. А фары, получается, тоже светодиодные, да? Ну да, фары светодиодные. Вот так вот, это подфарники. Так, выключено, это ближний, ага. Это дальний. То есть там светодиоды стоят уже. Угу. Это габариты. Колеса 14-е. Такие же, как вот у нас, да, ну, размер, он мне, диски он только он другие. Мне, это стоковый, он мне предлагал елочку, то есть некоторые модели, вдруг какие-то другие страны, что ли, елочка. Амортизаторы уже стоят хорошие, да, здесь? С регулировкой жесткости, потому что вот такие стандартные, они пробивают. Я отрегулировал, кстати, вчера вот. Попробовал, заводские настройки были. Жесткие. Жестковатые. Отрегулировал помягче. Прям почувствовал, что он прям лучше идет. Вот, по именно по вот как где мы ездим. Таких плавных. Подъезжают остальные наши участники. Это Вовчик. Азиз, это Макс, Макс Ашим. Куда не надо сидим на лавке, сегодня вечером была ты пати. Сегодня у нас еще 2 стелса. Не показал. Шалам! Руки! Ну явно хуже, чем ты. Тебе, судя по всему, вообще хорошо. Как ты, брат? Thank you.
Доехали до наших озер, где всегда останавливаемся. Музыку наложили. Короче, я бля, честно, бля, я не бляска, блин. Честно, да, хорошо то, что тут действительно, вот, бля, он чисто мотивацию дал, да, вот этот баранов, халяву. Отвечаю, я всех, знаешь, сколько не видел? Всю кубу нашу. Спасибо, конечно, большое, то, что это собрались, бля. Я хоть пацанов в глаза увидел, а тут все по чату, бля. А Леху сколько не видели, у нас жены, отвечаю, уже, бля, узнавать голоса стали. О, это Вовчик, а, это Антоша, это, а, это. Короче, давайте за то, что, бля, вот так держаться. Ты что, жене все докладываешь? Дядя Витя, красавчик, давай за то, что ты нас постоянно собирал. Одного барана не брал, а двух брал. Бля, мне очень все понравилось, то, что все собрались, понимаешь? У нас команда, нет, почти. Подожди, нету Витька. Обмываем квадроцикл. Вечером баран нас ждет. Мясо. Little while, but the light.
вонючая, капец. Хотят подпрыгнуть на трос. Такого еще не было, да?
Так. А, ты еще дома не сделал? Что произошло? Покажи. Да что, ничего. Скажи, пластиковая защита слабая, да? Скажи, как это случилось. У него на балкусе еще оторвало. Вот, недостатки. Ашима! Это Каскеленко, правильно? Как поедем, Ашим, покажи. Вот так, напрямую. Главное разогнаться, чтобы дальше приземлиться. Да, по-моему. Здесь вдоль реки нету дороги. Мам, вот туда, там. Здесь нет дороги. Паркопом зацепил. Остановились мы на мосту. Перекурить. Ох! Приехали. Вот такое вот красивое место. Сейчас зажжем костер.
Субтитры сделал DimaTorzok
На экран уехал. Скачался. We offer the chronic unit of science and воду сливает. Он жив. Мы приехали обратно. Сколько время? 6 часов. Пацаны едут там. Мы сегодня проехали 95 километров. Под конец нашей поездки вот такое блюдо нас ждало. Не ждало? Не ждало, а сготовилось? Вот у нас два стола, в один стол мы все не влезли. А можно еще тарелочку? Есть тарелки. Ну что, нормально, да, погоняли сегодня? Ну давайте, скажите все пока. Все, пока. Пока.